ты замечательная мама и прекрасная подруга. Этого достаточно тебе в такой жизни? Мне нравится то, что у меня есть. Только слезай, это небезопасно. Макс, его больше нет. Сложно было дать тебе жизнь. Ты ушел из этого мира слишком рано. Иди сюда. Нужно разделить горе и вину. Что ты имеешь в виду, Даллас? Во мне что-то сломалось. Мне нужна ты. Видел выражение ее глаз. Она думает, что я должен был спасти ее сына. Это от нее исходит или от тебя? Думаешь, я что-то напридумывал? Мы больше не пойдем этим путем. Ты прав. Я могу иногда увлечься. Не можешь просто... Не можешь зайти ненадолго. Поразительно, как быстро забыла о моем сыне, нашего сына. Мне помогает проводить время с Тео, и ему это также помогает. Скучаешь по нему? Аделина, моя подруга. Ты на балконе. Даллас, что случилось? Ты посадил Тео на тот балкон, чтобы проверить меня. Ты думаешь, я на это способен? Она хочет, чтобы мы заплатили за Макса. Просто обвиняешь меня в том, что я какой-то монстр. Ты теряешь связь с реальностью. Оставь мою семью в покое. Я ничего не придумываю. Я иду к своей цели.